Накануне на главной площади Карачаевска прошел выпускной бал Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева. Более 500 его выпускников получили в этот день диплом о высшем образовании. Ректор университета не только поздравил их с окончанием учебы, но и вручил благодарности тем, кто достойно проявил себя в культурной, общественной, спортивной жизни как самого вуза, так и всей республики. Кстати, в этом году КЧГУ отмечает юбилей. Ровно 80 лет назад там начали готовить высококвалифицированных специалистов. Пусть на вашем пути вашим путеводителем будет, мотиватором вашим будет любовь к своей семье, родному городу и университету, нашей Карачаево-Черкесии, нашей России, любовь к Богу. Пусть вам сопутствует удача. Удачи вам! С праздником! Если честно, мне одновременно и радостно, и грустно, что я заканчиваю университет. За эти 5 лет я ни разу, ни на один день, ни на минуту не пожалела, что поступила именно в Карачаево-Черкесский государственный университет. Я благодарна всем преподавателям, студентам, которые поддерживали на протяжении этих 5 лет нас всех. Я думаю остаться в городе Карачаевске и работать, и жить. И хотелось бы поступить еще и в магистратуру.